Всем привет! Это канал Кики Бай. Сегодня у нас очередной веселый челлендж. Друзья, сегодня у нас будет на канале очередной веселый челлендж с помощью вот такой вот игры, которая называется «Донеси и не разбей». А суть нашей игры заключается в следующем. Помоги курочке спасти ее яйца. Сначала одень клюв, чтобы превратиться в курочку. Потом прикрепи курочку-магнит к поясу одежды и осторожно забери яйца со сковороды. Используя гнездо, осторожно отцепи яйцо от магнита так, чтобы оно не разбилось. Если яйцо упадет, оно разобьется, как настоящее. Ну что, друзья, наша игра готова! Мы ее собрали. Сейчас мы усложним задачу. Мы расстелим на пол вот эту целлофановую пленку. Она очень большая. И разольем на нее гель для душа. Мы его предварительно разотрем, для того, чтобы поверхность была идеально скользкая. Но самое главное, чтобы обошлось все без травматизма, чтобы мы не бахнулись куда-нибудь головами. Я думаю, должно получиться весело. Да, кстати, проигравший. Наверняка всем интересно, что будет с проигравшим. Так вот, проигравший должен будет выпить куриное сырое яйцо. А если он отказывается от этого, то он этим же куриным яйцом получает по голове. Друзья, вы тем временем голосуйте. Ждем ваших комментариев. Отправляемся? Отправляемся. Полетели? Может, теперь курочки? Кстати, курочки не умеют летать. Точно. Дай, прости, подожди.
Ты потерял, курочка, свой хвостик. Трупов убираем с тобой. Трупы нам не нужны. Поехали. Ты еще одну убил. Да ты где-то убийца. Убери. Подожди, я еще никого не захватил. Да не захватил я. Подожди. Ну-ка. У меня уже ноги болят. Кто умер? Да. Сейчас я все сделаю. Счет 1-1. И я принесу еще одного малыша. Нет. Давай, 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 давай. Так, цепляйся, мой хорошенький. Иди к мамочке. То есть к папочке. Да черт, мне прям аж хочется рукой взять за эту веревку и захватить его. Так. У меня магнит не работает, люди. Вот, все. Я поймал. Так. Ну иди ты цепляйся, ну что ж ты тут нервный-то? У меня хорошо. Я пошел. Нет, да! Я не родила. Камиль, ты шурик, ты руками принес? Нет. Честно? Ну ладно. Честно. Так, так. Я поймал. Куда? Руками схвататься за ним нельзя. Каминчик, ну у тебя и так уже больше. Дай мне один шанс. Отдай мне эту малыша. Ладно, ладно, давай, давай, хватай. Ну все, ты так и так уже выиграл. Да. Было, у тебя два. Я проиграл. Нет, выиграй, сырое яйцо. Наказание тебе за хуя. А я тебя сейчас заклюю. Кля, кля, кля. А я сейчас тебя сделаю вот так, смотри. Хоп. Это последний детеныш, который у нас остался. Я его сейчас съем. Не, я сейчас сначала хочу его попробовать съесть. Так, мне надо его разбить. Давай я разбью. О, я разбил. Ой. Если мне не понравится... То ты его разбил. Не знаю, я ел когда-то эти сырые яйца, но это было так давно. Итак. Я сейчас попробую. Если я смогу съесть, значит... А желток? А желток будет пить? Очень болезненный, вкусный. Да! Бла! Чего, бля? Я сейчас не хочу его пить. Не хочешь? Дай попробуй еще раз, подожди. Нет. Нет, давай, бей, 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 бей! 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 Это самое лучшее. Это лучше, чем его пить. Бля! Серьезно, ты убил еще одного нашего детеныша. Не, подожди. Иди сюда, курица. Ты хочешь меня убить? Ты всех нас убил. Ты плохой.